Всем привет, меня зовут Яков, я увлекаюсь боксингом, это прыжками на джоли-джамперах. Это тренажер, средство передвижения, можно сказать, альтернатива велосипеда, конькам роликовым. Сначала увидел по телевизору, потом нашел в интернете, где можно заказать первую мою модель, купил и привык к ней. И все, уже не могу жить без нее. Изначально, когда первый раз на них встаешь, ощущение, как будто ты заново учишься ходить, как младенец. Точка опоры совершенно другая, равновесие надо держать по-другому. Ноги привыкают к ним минут 15-20, тогда можешь уже начинать ходить. До прыжков еще рановато. Потом после шагов начинаешь бегать, а потом уже прыгать. Если ты уверен в себе, то можно начинать трюки, но нельзя забывать средства защиты. Это хобби, увлечение. Ну и тоже можно передвигаться, как на велосипеде, до работы и обратно. При этом сбрасываешь большое количество калорий. В первую очередь тренируются ноги, икры, пресс и ягодицы. Ну, после снятия джоли-джамперов с ног, то чувствуется небольшая усталость и легкость в ногах. Радость – это само собой. Ну, чувствуешь себя супер-человеком. Шаги становятся больше, прыжки выше. Ну и чувствуешь внимание окружающих.